их будет варьироваться от минус 20 до 30. Синоптики также прогнозируют снег и метели. В то же время на юге и юго-востоке республики ожидается постепенное повышение температуры до плюс 10. Возможны дождь, снег, туман, гололед и усиление ветра. 4 человека получили травмы во время аварийной посадки частного самолета на юго-западе Боливии. Неисправность в двигателе вынудила пилота приземлиться через 7 минут после взлета. Добраться до аэропорта экипаж не смог, поэтому пришлось сажать воздушное судно в пустынной местности. А вот Северная Корея вновь запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря. Предположительно, это была баллистическая ракета. На прошлой неделе КНДР испытала сверхзвуковую ракету, которая, по заявлению Пхеньяна, пролетела 700 километров и точно попала в цель. Лидер страны Ким Чен Ын ранее открыто говорил о намерении